Обычно люди за ментов впрягаются, да? А что ты здесь? Добропорядочный. Добропорядочный? Да, нет. Ну, ты когда сядешь в тюрьму, потом посмотришь. Ну, чем? Дай бог. Я только... Контент? Это федеральный закон о полиции. Ой, ну сейчас. Вот человек стоит. Как это что делать? Ты к его начальнику, дальше. А, меня снимает? Конечно. Мне просто легко к нему подойти. Правильно, так потому что он полицейский. Да потом он обязан выполнять свои обязанности. А, это нарезка будет. Какой приказ? Вообще без понятия. Приказ не может быть выше федерального закона. Так ты иди к ним, там решай. Так меня не перенимают на прием. И пробиваются. Как пробиваться? Поломать дверь? А что ты, то, что ты из них стоишь, качаешь, ты просто... Кентов позвал, что ли? Лёх, кентов позвал? Обычные люди. Вот мы зашли, минут купили, дальше по делам. Просто увидели, я знаю, что это провокация, мне интересно стало, чем это... А, провокация, ну я же говорю... Ну конечно, ты можешь к ним подходить, да, снимать. Из-за таких людей мы и живём в тюрьме. Он тебе ничего сейчас не сделает, он при исполнении, правильно? Так я ему предлагал, давай сними форму, раз ты раз выскочил. Ты что, не слышишь? Ты слышишь, что ты говоришь? Кулаками? Конечно, слышу! Я говорю, ну вот, он говорит, что он мужик. Я говорю, раз ты мужик, говорю, давай раз на раз выскочи. В чем проблема? Такого при исполнении. Ты серьезно, да, говоришь? Вы слышите себя? Ты сейчас серьезно говоришь? Вы какой нация? При чем тут нация? В смысле, при чем нация? Ты ставишь разницу национальную? Конечно, я ставлю разницу. Мы ассирийцы. Ну и ты считаешь нормально, вот даже вот я с многими ассирийцами общаюсь, и ты за ментов впрягаешься. Я не впрягаюсь. В смысле не впрягаешься? Ты подошел. Я знаю, что ты провоцируешь людей. В смысле я провоцирую? Хоть один ролик провокационный покажешь мне? Я не смотрел. А зачем ты говоришь, что ты знаешь, что ты провоцируешь? Нет, ну ты говоришь, у тебя факты есть? Зачем ты с ним у тебя факты есть? Зачем ты с ним раз на раз хочешь? Да. При чем здесь ты? Ну, я ты с вопроса не съезжай, я с тобой разговариваю. Ну ты не снимай на камеру, я тебе все скажу. При чем здесь камера? Пускай снимает камеру. Зачем его снимать? Не контент делать. Мне как по кайфу, я так и разговариваю. Мне как по кайфу, я так и буду разговаривать. Он снимает, он контент делает, но он тебя провоцирует, понимаешь? В чем проблема? Идите пейте вино дальше. Ну это просто контент ты делаешь. Идите пейте вино дальше. Ты разговариваешь так, слышишь? Я спокоен. Вот, пацаны здравые подходят, он снимает. И он пытается тебя вывести, понимаешь? Он сейчас будет его выводить так же. Вот. Нет, так же и живут. Это не так. Что он должен бросить?